Кузьо – это удмуртский дух воды. То есть это и то же самое водяной. Наша цель сегодня была вот именно вот воссоздать духовную составляющую, чтобы люди, народные массы, они не забывали то, откуда мы пришли, ведь память на самом деле – это наша история, то есть это наше все. Будет подарочек в честь новоселья. Скумбрия! Мама трошки недавно покупала, то як вам сказала. Ага. Жерев! Это ты сама вспомнила или помог тебе кто? О, папа, рыба! Помню, помню! Заходил ко мне, удочку-то закидывал. Вещь! Вещь, вещь! Бычок! Кто сказал? Угорь? А тетенька сказала. Ах, ты молодец! Угря вспомнила! Мурена! Мурена? На страшный хрип пошли. Осьминог тоже, конечно, живет. Так рыбу надо же. Малек? Малек, да, это все маленькие. Там, когда не разберешь, что такое выращка, всех мальками называют. А кто? Акула была? Касатка. Кто? Ну, конечно, рак. Рак. Рыба-меч. 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 А касатка была? Касатки не было. Вот и закончился праздник нашего Нептуна, День Вукузё. В этом году он был организован впервые общими усилиями коллектива «Ижевский завод пластмасс». Праздник получился очень интересный, хороший. Было много призов, много конкурсов, много было интересных каких-то развлекательных номеров. В общем, понравилось всем людям. Люди были в восторге, детям, взрослым. Я так думаю, что в следующем году мы однозначно продолжим эту традицию, которую сейчас мы начали. Нет?
90! Молодец! Какое большое число знает! Женя! На этом не так год. 88. 88? Нет, 78. Нет, 78. Притом. 72! Нет, не 38! 72! 72! 72!